Сейчас я вам покажу очень интересный перекресток и расскажу про особенность разворота на этом перекрестке. Обратите внимание на знак, что из этой полосы я могу выполнять разворот. Разворот я выполняю по основному зеленому сигналу светофора. Все машины, которые поворачивают направо, они поворачивают сейчас по дополнительной секции. Я развернусь, вам покажу. Кто-нибудь нас пропускает? Никто. Но вполне логично сделать то, что делает вот этот автомобилист на поло. Он спокойненько стоит, дожидается, пока все проедут, а потом спокойно заканчивает маневр. Это лучше, чем попасть в ДТП. Так что вот, а сейчас мы поедем на ту сторону, посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. С трех полос можно поворачивать направо, а нам горит только дополнительная секция. И никто не пропускает автомобили, которые стоят на разворотах. Вот я тоже не рискну, едут автомобили, но это просто рискованно в данном случае.